Привет, привет, ребята! Я всех приветствую на канале Игроленд. И мы продолжаем играть в Майнкрафт. Итак, что я заметил, что у меня уже 11 уровень. Это довольно-таки хорошо. И заканчиваются стрелы. Это, блин, как-то несерьезно. Нужно скорее находить чикен. Так вот бы мне найти этого чикен. Если кто не знает, чикен — это курица по-английски. Алло. И где? Это, короче, скелетонов убивать. Из них как раз выпадают стрелы. Надо запомнить, что дом по той стороне холма. Так. Эй, вы что? Все сбежали, что ли? Слушайте, это не дело. В какую-то пещеру провалился. Есть много всяких интересных вот. Ой. Сквозь текстурки заглянули. Так, там уже темно начинается. А вот уже я нашел железо. Ну, у меня, в принципе, ботинки-то золотые, в принципе. Это не так уж и хорошо. Блин, она еще вниз идет. Короче, тут большая пещера. И исследовать мы ее будем долго. Так что давайте мы скорее будем выбираться отсюда. Вот так вот сделаем себе лестницу. Потом мы обязательно вернемся сюда за железком. Во-первых, мне понадобится еще еда. Ну, чикины от меня постоянно все сбегают, так что придется из креатива брать яйцо. Яйцо спавна. Или как это называется? Блин, все, я вспомнил. Я подумал, что я заблудился. Так, это что такое? Давайте заберем это все. Хочу посмотреть, что это за явление такое. О, семена. О, шип. Хотя шип мне пока что не нужна. Так что иди-ка ты нафиг отсюда. Костю. Так, вот по той стороне холма. Так, я могу себя подставить? Могу. Так это как-то не шибко сильно. Я вообще даже сердечко не потерял. А, вот. Я уже узнаю это озеро, этот садик. А, это сирень. Понятно. Ну, давайте она будет у меня расти здесь. Можно даже еще подобывать немножко пшеницы. Только, насколько я знаю, что если из длинной травы не выпадает семена, насколько мне известно. Так, собираем. Что-то пшеница как-то не особо так редко выпадает. У нас каким-то шансом выпадает. Блин, я уже голодаю со временем. Короче, нужна трава и нужна пшеница. Пшеница. Ты где? Слушай, что-то не хочет попадаться пшеница мне. Не только одни семечки выпали. Слушайте, это не дело совсем. Нужно выбрать что-то по-настоящему нормальное. Так, блин. Мне показалось, что там чикен прибежал.
Лишь не прибежала. Так, это надо закрыть. Эту лаву. Я надеюсь, что земля не загорится. Да нет, она вроде не загорается. Фух, слава богу, что я нажал Shift. Вот надо добыть побольше земли. И я смогу закрыть всю эту... В общем-то, всю эту лаву. Потому что лава — это вещь коварная на самом деле. Давайте поднимаемся наверх. Давайте мы съедим стейк. То есть говядину. Ням-ням-ням-ням. О, отлично. Аптечки полные. Так, это все складываем. Так. Лопата. А вот как раз лопата мне и пригодится. Чтобы добыть побольше блоков. Больше блоков. Ой, тут моя шахта уже. Самое главное, чтобы оттуда не вылез никакой зомби. Меня не напугал пока что. Но у меня есть из вооружения только лопата и все. Так, окей, забираем все. 31 блок. Мало, мало, мало. Нужно больше блоков. Хотя бы стака 2. Так, добываем блоки. И вообще, по-хорошему, пол три стека. Давайте мы это все мы выкапываем. Копаем. Есть. Но все равно этого маловато. Моя камера не особо так хорошо показывает. Ладно, вот так нормально. Блин, дождь уже. Ну, больше полстака. В принципе, это уже хорошо. Окей, собираем все блоки, которые у нас здесь есть. Ну, нормально так я местность расчистил. Прикольно. Давайте мы еще добудем древесинки немножко. И я на самом деле с них доски не буду делать. Я просто хочу закрыть вот эту пещеру. Ну, просто, чтобы она не мешалась. Так, первый кусочек есть. Второй кусочек есть. Мне нужно 4 кусочка древесинки. Так, и 4. Давайте мы ее там закроем, чтобы она там не любовалась, не красовалась. Ну, потому что, я хочу сделать здесь какую-нибудь отдельную комнатку. Слушайте, мне больше понадобится. Мне понадобится больше древесины. Ну, хотя браво. Так. Давайте мы вот эти дырки все лишние позакрываем. Так. Блин, уже вечереет. Ну, неплохо мы так поработали. У меня, кстати, голод почему-то не убавляется. Вот. Блин, тут эти блоки, они
Блоки стекла, они немного мешают. Давайте мы поднимемся наверх. Ляжем поспать. То что это такое? Ночью будем лазать. Я надеюсь, никакой крипер не успел заспауниться. Но вообще, как вы знаете, что криперы, они взрывают твоего игрока в один удар. То есть просто вот так вот и все. Так, ну, во-первых, мне сейчас понадобится топорик. Ой, у меня тут еще земля есть. Хе. И как раз этого хватит, чтобы доделать все наше. Так, где это? Блин, где это? Ладно, хотя бы 4,5 стака есть. В принципе, думаю, как раз закроем лаву, чтобы она меня больше так не пугала. Ну что, мало ли, упаду. Ну, кстати, как вы видите, земля, она не поджигается. Так, вот здесь вот мы это все закрываем. Так, окей, первый отсек закрыли. Так, аккуратненько бы сейчас shift не отключить. И если я отключу shift, то я упаду в лаву. Ай, тихо. Так. Продолжаем. Что-то у меня блоки не прогружаются. Странно, странно. Очень странно. Тут есть уголь, но, в принципе, он как бы мне не нужен. Ух ты, какое большое пространство. Слушай. Слушайте. Мне, наверное, даже... Да нет, мне как раз земли хватит, потому что у меня 3 стака. Как раз будет здесь такие небольшие островки. Хотя это не особо так красиво смотрится. Блин, я чуть не упал. Так. Забираем. Все закрываем. Так, этот стак закончился. Переходим к следующему. Ну, хотя это вообще пол стака. Ай! Блин, я случайно... Shift отключил. И еще чуточка, и все, я бы сгорел. А, ну давайте мы даже вот это пространство заполним. Чтобы уже было все полностью в безопасности. Вот в версии Майнкрафта 1.9 все очень хорошо, то есть когда у тебя закончились блоки, то сразу же начинается новый стак. Так, вот так вот есть. Ну все, ребята, это уже в принципе сгодится, но мне нужна земля. И кирка тоже. Потому что мне все-таки блоки какие-то нужно убирать. Давай заходи ты. Есть. Так, каменной кирки у меня случайно нет. А, у меня вообще кирки нету. Слушайте. Какой-то... Что за отстой? Нетушки. Так дело не пойдет.
просто не пойдет. Надо хотя бы сделать себе кирпу. Так. Кирка. Хотя бы каменная. Но все равно. Я зато могу... Блин, я не хотел в настройки заходить. Я хотя бы смогу в той пещере, я думаю, помнить, добыть себе немножко железа, там я видел. Так, вот это мы убираем. Вот это тоже надо убрать. Вот это понимаю. Вот так вот. Да, вот эти блоки как-то тоже не особо красиво смотрятся. Их надо тоже убрать. Что за фигня была сейчас? Так, вот эти блоки я тоже убираю. А как там остальные блоки? Их пор тут? Или я их подобрал уже? Так, окей, давайте мы добудем все вот эти блоки. Хотя они мне не особо так нужны. Но хотя в некотором случае пригодятся. Вот. Уже неплохо. Так, теперь вот здесь вот мы убираем вот эти блоки. И ставим все. И вот сюда мы... Ставим дополнительные блоки. Здесь у нас уже будет уже стена. Так, вот этот блок лишний. Так, так. Это все мы заполняем. Так, все заполняем. Так, заполняем. Так, вот здесь вот я немножко ошибся. Нужно было вот так вот сделать. Вот так вот сделаем. Ну, даже не знаю. Блин, кто-то вскопал, дебил. О, вот это даже, вот это лучше. Так. Вот эти блоки мы убираем. Они не нужны. Здесь нужно... Здесь нужно поставить древесину. Так что, в этом нам поможет топор. Так. И вот здесь вот еще один камешек. И еще лишние блоки. Вот здесь вот мы их убираем. Вот здесь мы сделаем такую, как бы небольшую... Ну, как бы, не знаю, мини-станцию, что ли. Давайте мы сейчас еще пойдем нарубим березы, потому что... Ну, вообще, жалко, что я заспаунился не в акациевом биоме, потому что эта акация, она реально клево выглядит. Так... Ну, серию я уже затянул, но, блин, все-таки мне хочется сделать, наверное, на 23-26 минут получится видео. И на 28. Так, окей, давайте мы вот это все срубим. И посмотрим, сколько у меня там древесины. Уже 11.
Маловато. Как бы не знаю. Даш. Как бы еще сделать? Ну давайте пока что временно. Будем как-то вот так вот рандомно, как получится. Блоки у нас. Вот. А. Ну, нужно еще больше березы. Больше березы. Да блин, давайте ты залезай-то уже. Меня там сейчас этот крипер подорвет. Хотя нет, не подорвал. Надеюсь, хотя бы какой-нибудь скелет или крипер успел уже заспавниться. Но это только не в моем бункере. Не в моем убежище. Не в моей станции. Вот это я назову станция.